Это тут дело в интернете, а не в... Куда там? Графики? Добро, там. Слушай, как Эльдар там стоит, кстати? Охуенно. Как дренейчик. Не, Эльдар. Эльдар очень лучше. Как по мне, и та раса прекрасна. Блять, вот уйди нахуй со своим монтетом. Вот против пару. Сука, отнесите шест быстрее, ебать. Ну, нравится, как это танцует Monkey Crab. Я так же на дискотеках ебаш. Это когда ты хочешь нажраться и наплеваться. Когда бахнул пивка. Охота крепко. Охота крепко, это тебя позвали танцевать. И ты такой, сейчас покажу, как надо. Я помню, как у тебя это. На днях этого брата был. Если ты не помнишь, что ты танцевал со всеми подряд. Ну обновляйся, я причем. Так, ну я зашла. Пинг у меня прекрасный, равный нулёс. Ну ладно, живём. Дренейка раздевается. Погоди, дренейка раздевается. Евгений, не вздумай, у тебя дрене, не дренейка. Так, я даже остановился, ну-ка. ДК, прыгни. Я шею сниму. Это слишком сексуально. О, нормально, 120 пил, как обычно. О, еще не вот, вот так рейди, вот так рейди. Мне нравится тоже. Анхоли релогнусь. Сука. Пошли дрочить, я говорю, я релогнусь. Кровь из глаз идет на эту, блядь, хуйню. Опять дрочить. Мистер мне в глаза, пожалуйста. Да, да, хорошие отмазки. Так я же не вы, Эльдар Фапати. Я хотя бы женат. Это мое лишь хобби. Это здесь вообще при чем? Мне, бля, интересно, откуда у него воротник? А это у меня железная отмазка. Какой воротник? У тебя башка же осталась, нет? Ну, так откуда он растет? Из плеч, блядь? Ты доебался. Из шеи. Вы посмотрите на печеньку у этого, у кобейца. У него вообще, блядь, там, не знаю. Где шея у него? Это, блядь, лучшая печенька, понял? Чисто, блядь, компас какой-то. Воротник чагала. Просто, да, вместо шапки положил себе на голову печеньку какую-то. И ходит, блядь, довольный. 46 метров, да. Он холит, ты что, грузишься или что? Ну я быстро. Пиздец, блядь, тебя ждем. Ладно, давайте без анхоли пулять, похуй. Всех дождались. У меня до сих пор Словенина в сети нет. Да. Так, тут где? В натуре нет. Ждем Словенина тогда. Анхоли, загружайся, тебя ждем. Спасибо, блядь. По-братски просто. Он мне в личку написал, сказал то, что у него выключили свет в доме. А, ну ладно, что бывает. Играйте без него. Сейчас на холле зайдет. Зашел, ну, вроде. Да я вижу, если бы он не зашел, я бы сказал без него, бля. Так, все, да. Все, давайте на АФК проверим. Вставайте в белую метку. Вы должны подождать 10 минут перед тем, как... Меня забанило, нахуй. Замутило. Настой позаканчивается. Теперь выпейте настой со мной. И попёрли. Так, чё?
Ебать, Дринейка бухает и танцует одновременно. Дриней, Ауди, Владуха, выпейте настой. Подайте настойку кто-нибудь, у меня закончились. На АП. Дайте сапрот. Квоу, у тебя тоже закончился. Пейте скорее, что кто-то уже выпил. Миротолька, есть еще у меня сапрот? Ухой, еще 5 минут. Да отъебись ты с голдой. Ну, да, просто он у тебя время боя кончится. Если ты сможешь перепить, перепей. Время боя не забудешь. Не забуду. Хорошо. Так, еще раз проверяю. Владуха, он фласку просит. Дайте ему фласку. Меняю на этот. Дали тебе, Владуха? На эридарку меняю, да? Нет. Зря. Я поменял на эридарку. Короче, на токен для D9 меняю. Дай, Патим, ой, дай мне обмен, Владуха. Все, спасибо. Все, дали, Жек. Спасибо. Все, вставайте в метку, Валера, давай отчеты поехали. В метку встаньте все. Блять, еще какие-то отчеты тут, блять, эридарки танцуют. Все, да, да? Okay, давай. 5, 4, 3, 2, 1. У нас как не рейд, так, блять, обнова. Не бейте, подождите. Все, поехали. Когда будете менять сферу, не нужно вставать прям в портал. Дайте другим тоже нажать. Адаван, а ты случайно лед не включил? Ой, простите меня, пожалуйста. И 10 секунд. Я с чемпов не отключил. Тихо, 10 секунд до спецкосмоса. Потом 5 уже. Пытаемся. Ничего не меняем, бьем. Валера, собьешь? Собьешь? Да. Все, отлично. Понятно. Что-то у нас хил один упал. Ну, что поделать. Скинь БРМ, пожалуйста. Я на ХП сдал, если что. Угу. Я ручки отдам, он встанет, чтобы его Даркинул. Не было. Давай. Там просто две сверки мне показалось улица. Спецспособность 6 секунд, пытаемся. Он зашел. Ничего не меняем, бьем дальше. Прохиливайте метки, которые собирают. Это Ханта и Ханта. Переход. Зачем? Мы ничего не меняли. Давайте Герушку. Ну, он прилетит нас, блядь, белый или нет? Летит, вижу. Взяли все темную. Все темную еще раз взяли. Кто не взял, тот сдох. Да, перебежали в реальную саку на уме. Перебежали, в зеленую метку встали. Да, неудачно так вообще эта перебежка ебучая, темная. У нас как раз там баф настакался где-то. Ну, ничего. Собирайте, поменяйте сейчас ханты. Собирайте. Они бей. Уже. Угу. Спецспособность сейчас будем готовимся. Ничего не меняем, бьем в эту же цель. Валера есть? Я другую бью цель. Хорошо, хожу во сне, собьешь? Сбей-ка, скажу во сне. У тебя так-то вар может сбить, он же танкует. Я забываю, поэтому кто первый пришел. Но... Я один, у вас много, как говорится.
скоро спецспособность готовимся. Ничего не меняем, прохиливайте ханта и ДК, который собирает сферу. О, Шишин сменил. Кого? Сменил. Сменил и опиздюлился. Так не дамажил, еще и умер, но ёбан. Пиздец, блин. Выбор. Просто трофей. А, бля, у меня мут 4 минуты. Валяр, пароля, я тебе дам распоряжающим. Заебись. То у меня то, что я доном тогда много накидал. Роль сферу. На трансмут выбор можно? Можно. Больно, воля упала. Ну, то есть выбор. Войду отдай. Квони перепил, да? Я, говорит, перепью. Она только... Роль только закончилась. Ладуха. Да нахуй, сука! У него все есть? Можно, пожалуйста? Да, у него все было. Только я кого спрашивал. А он фласку еще перед рейдом просил. Ну, перед этим пусом. Все ок. Ну, нахуя рога апнулся, ребят. Фу, спасибо. Все, я пошел в другую гильду. Договор, рольте, ловкость. Посох на ловкость. Да, написано же. Че, никому не нужен? Ебать, информация. Ну, раз никому не нужен, заберу себе на котика. Ну, давай, тут он никому не нужен. Блять, котик. Ты... Котик. Котик, ник в дискорде. Трофей, роль. Ебать, роллы. Что ты озвучиваешь, все же в чате видно. Ну, на всякий случай, кто-то может игру свернул, еще что-то. А, понял. Поставить как у, как у друида Рестера ник в дискорде? А, Кассандра. Все, спасибо. Так. Ты какие-то вещи... сделать хочешь? Я хочу сделать тебя потише. Я так поняла. Я думал подарок сделать. Замуди нахуй. Сука ты. Я слишком берегу свои уши. Замуди ее просто. Я тоже сделал. Ардру нужен пояс? Да, у меня идентичный. Пароль тебе на офспек. Я сделал погромче. На офспеке. Прям офспек, да. Охуенный офспек, давай пылить буду. Ну, на диспл давай. На диспл давайте. Жека, кидай, я тебе скину, просто не глядя. У меня как раз кристаллики закончились, когда их задарпали. Да сука! Да, бля, я уже почти скинул. Слабо обрывается. Я его запускаю, короче. Че, у меня на грудак, да, масло кончилось? Надо перепить. Давайте с первого раза убьем, пожалуйста. Никто не будет тупить, будем босса бить. Вот, Терри, оставайся в танке, будешь собирать двух мобов. Он двух заливай. Сразу. Я, кстати, научился переключать это таргет. Охуенно. Тап? На тап, наверное? Да. Бля, охуеть, да? У меня на тап череда. Кого, блядь? Да. Оно удобно на тап переключаться. Че, в одного танка, да, оно бы? В два побьем. Тут просто мутнари там 6 тысяч ДП. Давай в 3. Давай в 4, у нас тут 4. А чё молотиться, давайте весь рейд танк. Бля, я на шипы не могу. Мой Мишка тоже будет сильно слабенький. Нам нравится твое бревно. Будь бревном. Мне одному это бревно не нравится. Отстань, красивая бревнышко. Забайтил, вообще забайтил. Скоро сосудки. Ты ему со мной в одной квартире жить. Сковородкой по голове получать. Почему именно сковородкой?
она более лучше развесила. Знал, на что шел, жизнь бревно. В нужный момент на шее сидишь, ноги покрепче сжала, голову в бок и все. Как говорится, до щелчка повернула. Это что, гипертрофированная реакция? То нажмет летист, и я того кикну. Я всех кикну, в принципе. Вообще похуй, выбор уже сролили. Давайте соберем этих скоробеев, зальем, чтобы были у всех эридаров эти стаки. Не ради себя, а ради других. Аргумент. Когда захотел ты себя. У меня их 4. Я подтверждаю. Но... А у меня таких проблем нет. Это не проблема. Близы сделали перед боссом. Все, массово заливайте, больше не надо этих, хватит. На, пушка. 10 душ, охуенно. Так, что там? Умирал только один человек, но ему рыбу не положено. Бразилец позбиваешь сферы? Хорошо? Отлично. Ничего контролить не надо, никаких мобов. Все будем заливать. Если вдруг на фулл-фазе придется, я сам законтролю. Все скажу. Анзай, поставь тотем защиты от сил природы. Обязательно, сразу же. На лас-фазе, если кто шарит, можете поснимать с себя молитву стойкости, ну, выносливости. Чем да. Нужно надо уводить? Че? Уводить. А, я же не вовремя. А, ты же на мобах будешь. Ну, я понял все. Ты на мобах, а Валера на боссе. Валера просто... Ну, я думаю, что не надо отводить. Просто в сторону отведешь уже, когда перед тем закапываться. У тебя же таймер есть, Валер? А у меня мозги есть. Ну, отводишь просто в сторону, мы успеем убежать на воду, чтоб максимум ДПС влить, и все. Не надо его там куда-то в ебенище вести. Вот. Смотрите на баф, и все, есть, нет. А что потом на третьей фазе с бразильцем бегать к нему? Че? А что потом кайтить мобов на третьей фазе? Они не появляются на обычке. Если мы не с мобами переведем, они больше не вылезут. Кво выпил фласку? Да, у меня выпитый еще. Странно, почему мне не показывают где-то. А что за фласка? А, сила на 60. А, ты на 100 севера выпил, это бесплатно. Выпей нормально. А где взять вот это иллюзионное масло? У меня только сила титана осталась. Ладно. Значит, наложение чар. Толгородский рецепт. А, спасибо. Ладно, хер с ним. Все, Валера, давай, что ты, поехали. Все, выпил. Все нормально. 3, не, ничего 2, страшного. 1. Мобов не бейте моментально. Я буду говорить, когда свечится. Но свечится у них много. Мобы вышли. Ждем. Поехали в мобов. Дай стану. Нехороший танхоли, другого бьешь. Бейте мобов. Смысл, я перебью. Блять. У меня только доты на нем были, я переагрю, не знаю, забивается скорее. Все, в босса поехали. Вышли мобы. Готовимся. Заливаем притянутого моба. Второй моб забери, второго забираем скорее. Забери второго танк моба. У меня КД. А, меня сожрало. Еще есть, блять, Валера, ты? Могу поднять его. Я Валера, забираю. Я буду банить по одному мобу. Бэрить? Конечно. Не надо бэрить. Это что, в два танка или в одного? Сейчас побегаем, потом бэрничаем. Угу. Вот и есть воды сферу, сейчас собьют, подбегите к воде, на ком там, на мейлике. Отошли все, блять, долго сферу делал. Вначале сбей одну, жбув, беги в начало, тебя собьют сейчас, все, беги, все остальные к воде, бейте скоробе. Бразилец на тебе, собьешься сферу, все убежали в начало и можешь резнуть мейтнерию.
Боб дам, бразилец, стой, стой. Хорош, все. До конца. Есть? Раз, давай, просто... мы верим. Да. Просто в конец сейчас убегайте. Масбаф дайте, мать на каску было. Я просто баф уже дал. Лок, беги, блядь. Соберите скоробеев под босса. Их всех залью. Макнери, готовься, сейчас выйдут помощники. Массовый залить скоробей. Быстрее, быстрее скоробей отснимаем. Там один на пэте сидит на локовском скоробе. Забивайте моба. Метку поставим. Декап на вытяните. Держи макнери крепче. Добивайте моба, собирать. Скоробей все еще на каком-то, блядь, убил уже бета, ну, еще второго идет под, бить. Подальше, поближе точнее подведете, это забираем. Это наверное, Т4 моба. Скоробей собирать, убейте его, пожалуйста. Т4. Ну, кливом умрят. Сейчас новые мобы будут. О, вышли уже. Не бейте мобов заранее. Забери танк, на хиле сидит моб. Да у меня не КД. Бейте, не бейте, не бейте. Я за таунки. Все, вот этого вливайтесь. Да, Лера, отходи потихоньку. Ой. Держи, могу. Вливайтесь в цель. Ну, возле лужи его. Лера, забери второго. Ага, добивайте. Но мне грубо покатить. Ага, разбили. Блин, в воде бегите, рога у воды. Подожди, сейчас новая цель, да, будет? Да, Степанида, у тебя если есть, вот... дашь на себя. Беги к воде, остальные начало. Ведь Скоробеев. РТК умер. Ну, автоатака убили. Ганнибал, остаешься здесь, съесть боб, скинь на себя, все остальные к воде. Так, ну ладно, можно сферу сбить сейчас. Сферу подвинь, давайте. Отлично. Стоим у этой сферы. Бьем скоробей. Подаван на тебе. Все остальные вначале убежали. А, вылез босс. Все, подводим скоробей под босс, поэтому своих контролем. Сейчас выйдут мобы, летосим от нее. Еще раз побегаем. Вышли мобы. Осторожно, осторожно с мобами. Грин. Поехали, ой, мобы. Ой, погоди, погоди. Масса скоробей. Солейте скоробей быстрее. Собейте мобы. Сейчас я думаю, не будем переводить. Еще побегаем разочек. Еще 20% до перевода. Не, ну керу бы нажали, перевели бы, но не надо. Лучше потом в вере не убьем в этой фазе. Вышли мобы. Поехали вот этого моба. Состояние не держите. Метки, на которых мороз держите, особенно на ластфазе. Держи моба. Ага. Заливайте. Быстрее, быстрее. Закопался. Я вижу. Потяните ДК, если есть момент. Ага, все, отлично. Добивайте. Ганнибал убил охуевенько. Ну, ничего страшного. Паладин на тебе. Ой, подаван. Ну, там собьешь сейчас ничего. Еще к воде убегайте. Оставайся, монки, у воды. Остальные начало убегайте. Мэри. Мэйт Нэри сменилась цель. Мэйт Нэри, значит. Нету, нечем, видимо, тебе. Все, стоим в начале, ждем. Бразилец вначале оставайся, остальные. Блять, ну, там к воде, к правому краю воды. Там сейчас собью сверху. Поле френзи, лак. Все тут сломали. Адаван умер. Да. В луже стою, он дамажит. Во, беги сюда, беги сюда. Ты ну, просто не добежал в лужу, ты прыгнул, и он тебя да. убил.
Клон, ты что делаешь? Ну зачем ты так сделал? Ну, убежал. Все, успел. Я думал, не успеешь. А, ты умер, да, не успел. Да, добежал до лужи. Чтобы был, между тобой и боссом была лужа. Вылезли мобы. Матнери, хватай. Массой залейте все, что есть. Давайте быстренько массу забиваем. Давай Геру шаман. Давайте Геру, давайте. Массовым бейте. Все это надо сейчас слить быстро, скрабе. В нерубских копателей сыграть. Метку поставим. Быстрее забиваем копателей, чтобы без них перевести. Меня убило. Валера, держи. Держу. Все, одного добивайте череп и в босса. Все, в босса поехали. Бля, меня сейчас ложат нахуй, я прожимаю. Прожмись. Да. Быстрее. Наши вторые не вышли копатели. Поднажмите. Выйдут. Вышли. Блять, ну бьем мобов. Он переведется, ничего. Там 1%. Танка сейчас на фул держите, мне пизда сейчас будет складывать. Не, нужно сложилось. Будет сейчас убить мобов сначала. Я меня усложило, что ты, блядь, будешь бить? Я не знаю. Но... У тебя Мэтнери с Агром, поменяйтесь местами. Сюда. Я предлагаю всех и в ДД, и в одного танка играть. Ну а что, умерли, да? А там ДПС не изменится. Да, там ДПС не изменится. Я не знаю, почему его, во-первых, срывает, а во-вторых, пробивает так, он вар, по идее. Хуй эти мобы должны его пробивать, я не понимаю, в чем проблема. У вара есть спек в ДД? Попробовать какого-нибудь танка поставить. Не нужно, мы сейчас вара поставим на босса, а паладин потанкует мобы. Я комплекс, еще... у меня вон. С другой стороны, у нас еще и помимо этого, хуй его туча народу сдохла на второй, на переходной фазе. Но сдох. Нет? Да, ты перезагружаешься, ждем все, тебя. Да. Лера, поставишь? На ВГБ. Забери. Ну и что? Поставь мне КД. Что, тебе сложно поставить? Нет, мне ничего не сложно. ИГБ поставить, и тебе отдать рыбку. Дживс, если есть, поставьте кому-нибудь. Сейчас поставлю Дживс. Так. Вот, Нэри, ты на боссе слышал, да? Джипса поставила. Ну вот даже Джипс. Это не Джипс. Вот я поставил, это Джипс. Вот за Джипса вот, ставлю это рыбку. Вот, это то же самое, как и Джипс. Вы чё, я ребята? Согласен, только не Джипс. У Джипса есть банк. У Джипса банк есть уникальное название, банк. Джипс. Да еще он в воздухе висит. Да. Друлька бедная поставила вам ломамоту, даже возле него никто не собрался. Она поставила Джипса. Я Джипса наоборот поставила, ломамота поставил Ганнибал. А, ну тогда нахуй его. Так, тихо. Рыба где? Он рыбу кушает. Я возле него поставил. Возле Джипса. Че, где там два тела? Ждем. Биолокал. Славянин, он холли, давайте ждем вас. Славянин уже давно вылетел. Аура пламенеющей мощи дает Эридар. Одну ауру. Нет, одну дает дворф, а другой дает Эридар. Да, я потому и закинул основных. Кстати говоря, странно. А локалмена. Ночной рожденный, Элидар. Двор. Элидар. Элидар. Холи, тебя ждем. Там Лок просит себе подавана. Чем? Left Warlock, в принципе, то же самое дамажит, только он не Элидар, поэтому. Ну, можно Анхоли убрать. Кого? Анхоли нормально там. Он на 7-м месте. Нормально, все хорошо. Он вылетел после второй перекатки. Ну, у него и по ДПС умеешь. Нормально, все нормально. Просто локалмен успел, как я понимаю, до экзекута дойти. Вот у него ДПС гораздо выше. Да там только-только перевели. Неважно, успел. Хуестер. Не успел. А что, у нас ни одного этого, что ли, нету? Демона? Угу. Да, нету. Я хуй знаю, почему демонами не любят люди играть. Имбовый класс.
Дамажишь, если тебе все радуется. Блядь, опять же, тоже ДК, я то попу одноручную, я взорвусь. Локал, давай в Димона. Кужи, бацку. А, Left Warlock в демоне. А, все, да-да-да. Все. Все, я не пижу. Бля, ну холи, ну шо там? Перезахожу и пропал. Походу у него тоже скачивается обновление. Анхоли же сказал, перезагружает комп полностью. Чё так долго-то? Ну бля, не у всех SSD. У тебя вот SSD-ха есть? Есть. Ну вот и не пизди. А на рабочем тоже же, да, SSD-ху поставили? Нет. Чё, серьезно? Нет. Ну что, блядь, на рабочем работать надо, блядь. Ну, у нас на рабочей уже сейчас по нормативам SSD-ха должна стоять. Да как я буду чай пить, если у меня быстро компьютер включится? Да что, мусуть? Ты нажимаешь включить и пойдешь за чайником. Да, блядь, там нажимаешь включить, он уже включился. Ну, в том и суть, а ты идешь в этот момент за чайником. Ну, да, и так, дело не в компьютере, я в любом случае чай попью. Ну, так в том и суть. Работнички. Вообще вот не можно... Вот если на печатных машинках работаю. Заебись. На перфокартах. Вообще карандашом пишу. А вы кем работаете, я не пойму. Я системный администратор. Да. И тишина. Понятно. Порнуху значит в интернете. Мне не понять. У нас есть, кстати говоря, парень, которому дали доступ в интернет, но которого не хотят банить, хотя у него топ-1 статистика, сайт в popke.com. Я не знаю почему, но, видимо, дрочит за весь отдел. Нет, за весь филиал. Он является настолько с лютым отрывом, то, условно говоря, вот у него трафик за год около 600 гигабайт, да? А следующий человек идет 150. То есть он первое место держит вообще уверенно. Первое место по приколу. Я уже заебался. Он чисто так, чисто по приколу держит первое место. Хоть где-то самое буду первый. Самое забавное, что руководство говорит, не надо ему интернет отрубать. Я баню сайт, каждый раз он находит новый порно-сайт, что я заебался в черный список их добавлять. Бывает. Так ты не добавляй, пусть я подрочит. Понял. Валера его бетит, короче, понял? То есть... Вместо того, чтобы самому эти сайты искать, он, короче, банит, а сам себе записывает. У меня так коллега прибежал, говорит, ну-ка дай-ка, говорит. Да я посмотрю, что стоит. Смотреть. Вот. Но надо как-нибудь просто его рабочий стол вывести на презентацию, ебать, руководству. Чтобы они посмотрели и все. Что там на рабочем столе? Ну, важное совещание, представь, там с Москвой все сидят дяденьки в пиджачках, и тут на огромный монитор выводится, как один... Дилда. Гейская порно. Да, как один чувачок активно работает. Ну, не на работе, а ручкой, кулачком. Так, ладно, что, все тут? Пахает, а все, ебать, рыбы нету. Давайте, ну что вы трай. Жбух. Анхоль бежит. Анхоли Френзи. Анхоли Френзи забафать, а он бежит, бедняжка. А он не хочет. Бля, я сам забыл все повключать. Кулак киньте по Анхоли. Кулак. Лапку. Вода, земля, воздух, да. Вар танчит босса. Если что, в него напустим. Лапку, друга. Я тебе дала лапку только на полчаса, чтобы не тратить среги. Вот она идентичная, я, только я, на полчаса. Я запомнил. Лучше запиши. Да ее хочу на полу и поехал. Улица Пушкина, дом Колотушкина. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали.
Держи агро только, а то оторву нахуй. Агро, а? Я уже чуть не оторвал. Наверное, еще могу пойти. Страшно дамажить, пиздец. Мобы пошли. Лера, сам метку ставь, не впадай. Ага. У него метки на единичку стоят. Да. У меня на F1. Близко, но не, это не единичка. Чё так вообще хуёво заливает? А я дотки скинул, всё. Самое забавное, что он одновременно почти умирает. Играйте более это точечно. Он ниже стаки вешает. 9 стаков набралось. Ладно. Понятно, что мытный ряд разваливается. Мейтнери, уводи его. Я встанем. Ну, успею. Не страшно. Да все нормально, ты его увел уже. Ждем на пометку. Скоро бег. Бля, раздамажились. Отлично. Анзай, стой тут. Бля, в воде все, побежали остальные. Тоже лед. Бейте у воды. Сейчас собьют. В воде бежит, беги, хожу во сне. Сбей ему хан. Остальные начало. Нормально, стой, 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 сбоку, стой сбоку, я тебе дам бок. Хорошо. Сейчас же сбей сферу. Сфера, не забудь, что зайти надо. Эрдру, на тебе. Все остальные к воде побежали. Эрдру стоит. Не геройство, не геройство ты за. Я знаю. Ты просто ты так стоишь. Подаван на тебе. Подаван, беги к сфере, к воде. Я не видел после сначала. Сменила цель, бразилец. Остальные в начало бегут. Он еще появится. Ну, не будем рисковать, я так вчера всего лишь. Сведите скоробей под босса и пэтов за контроль. Сведите все. Хули он идет туда, ебать. Заебись, что спасибо. Сведите скоробей, играй скоробей, уводи его. Он же лед. Мобы, мобы, мобы. Олег. Чё, я вижу, что мобы. Не бейте мобов пока, остальные, только с корабле. Все, заливайте. Вот, все, 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 сменил, сменил череп. Поехали. А хули? Ладно. Зачем сменилось? Ну потому что один был впереди. Другой сзади. Ебать, отрывается. Ебало. Терпи. Ну, нормально. Все. Первого подвел. Новая игра. Это, сука, выберется этот мод. Так, это вторые были же? Уводить да. Надо? Уводи, уводи, Мэтнери. Я бы в край как-нибудь ввести. Я встаню. Сейчас спрячется босс. Ага, в начало убежали, сбейте сферу. Вначале. Ага, он сейчас уходит. Орд, следующий сет ждем. Уши, блядь. Войд на тебе, спасибо. Остальные к воде. Бьем скоробе, не забываем. Блять, на тоненького. Жбух на тебе, остальные в начало побежали. Жбух, ты ждешь. В начале сфер нет нихуя, да? Ну сейчас пролетит, сбей эту сферу. Грипнуть можно одну. Блять, я здесь. Ебать, их тут. Нету бопа у меня, так что... Отбегай, да я в точку сейчас ухожу. Ну, мне дали боп, ладно. Еще точку потом нажму. Ну, бать, ты машина. А где? А, мне из-за боф, из-за бафов не видно, блядь, сколько боф висит, столько много бафов. Бай, ебать. Видите босса? Давай, налет, 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 налет. Следите с корабля. Заливайте с корабля. Да, забери, забери. Я у меня агро сбили. Забивайте с корабля. Бейте с корабля. Все, нормально, убили. Один еще там на ком-то сидит. Скинь агро, я не знаю, там копия прожмет. Не руба играть.
Скоробеев вырос. Скоробеев быстро не убиваешь, они там отпиливаются. Славей не упал. Дай БР. Не подошел, со Скоробеев вот и упал. Дай БР. Угу. Да, меня сейчас пробьют, быстрее бейте. Копатели, копатели, правильно? Активнее, активнее. Сейчас уже просто вторые выйдем, давайте быстрее. Скоробеев уже будет, отлично. Вышли мобы. Ем. Поехали, мобы. Всё, череп, череп, череп. Всё в череп. Точечно, максимально. У меня порвёт. Нет, ёбаный череп. Вадим, Эйтнери. Всё, добивайте моб. Сначала убегайте. Здесь там сфера, ну вот здесь тогда разбивайте рядом. У кого-то есть боб, киньте плюсики, если у паладинов остались. Выходит, стой здесь. А, вижу, хорошо. Сейчас следующую цель тогда с бобом. Все, дали тебе. Кто с... оставшийся боб? Есть, дали. А уже надо было не давать. Ауди, ауди, на тебе, ауди. Сам на себя боб, дай, если что, потяни время. Сейчас должно еще где-то. А, ну это последняя сфера, ебать. Нихуя не последняя. Две последние. Ну что ты не дал его? Все. Да, бегите просто в очку. А, ну вон сфера появилась. По герой стал. Бейте скоробея. Нужно скоробея слить. Сливай, сливай, сливай. Ты че? Сейчас умрешь. Ну ты че, еле-еле, блядь, убежал. Просто жбух. Куда-нибудь далеко жбух убегай, далеко он сейчас вылезет. Прожми. Прожми это. А, все вылез. Сведите, скоробей. Сейчас этих мобов зальем. А, блядь, ну много хп очень у босса. Давайте подпотеем. Заливайте, скоробей. Давайте Геру. Все, массы залить. Все. Точки Валера точно поставь. Играем в череп. В череп все играем. Бейте скорее череп. Бразильца порвало, сорвало меня. Все, босса бьем. Нету бразильца. Тихо, бьем босса и кривая моба. Вылезут, наверное, еще, хуй знает. Ничего страшного. Ну, закливали, по крайней мере. Если еще раз выходит, воет справа от босса за контроля, я слева за контролем. Вышли, вышли. Бля, я дальнего контроля, ты ближнего. А чё, может я одного заведу, да убьем его кливом? Похуй. Не надо, не надо. Всё, понял. Понял. Все, готовьтесь. Если что, фиряйте. Держите. А, да, я ну, пофиряю да, ближайшего. Держите максимум на этих метках. Давай отдавать. Блядь. О, сбивает кто-то. Ладно, пофиряйте. Я... Всё, фиряю. Массакро отдал. Давай отдать. Хорошо, держите на фулах метки. Снимитесь баф стамины поможет. Есть кэп. И вы нормально справляетесь. На пол не поднимаем, рейд. Пять сбил. Сколько метки на полах? Там, да, все на контроле. Хорошо. Разочек кинул, сделал сюда. Все, добиваем. У меня осталось. ШП, как увидишь, сильно прожалуйся, сам пожмешь. Да, наверное. Кого говорю. Можешь, в принципе, нажать, сейчас отвалится кто-то на метках. Ну, здорово, много мы еле пробиваем. Давайте, давайте, нормально пробиваем. Дам остался, добиваем скорее. Все, красавчики. Бля, говнище выпало такое. О, дробяк. Валера, роль. Сейчас. Ебать, у меня то же самое. А, ну все правильно, я же их испиздец. Так.
Че? Блять, что пизда сковорода. Соревнованиям будут допущены лишь самые сильные игроки всего Азерота. Вы среди избранных. Сука. Ты был близок, да. А где? На магике осталось. Если что. На магике выпало, но никому нахуй не нужно было. Мы его на второй этот спек. Да. Сферу рольте. Кво, славянин, перерольте. Я тебе говорю, с магика выпал. Получше, чем это грифон. Кво, два, славянин. Давай. Больше двух. А, он длинный. Славянин, славянин, алло. Вышел уже отсюда. Мало ли что случилось, отдавай квочу. Повезло. Вот это да, везение, я понимаю. Просто задудосил славянина. Съел. За двоечку, ну, отжал. Спину сентой хилы роль. Это чисто хиловская.